сброс вернул нас к человеческой цивилизации, это было бы хорошо. Нам пришлось бы делать трудный выбор, но это было бы хорошо. Это было бы здорово. Но сейчас идет перезагрузка, которая разработана для гарантии людей, которые украли все деньги. Они извлекают из экономики больше, чем в нее вкладывают. И они хотят это сохранить и продолжить, внедряя огромное количество автоматизации. Буквально цифровые технологии должны интегрироваться в человеческое тело, он же трансгуманизм, и осуществить полный контроль. Это пугает. И то, как они собираются заставить население согласиться с этим, это сочетание силы и контроля над разумом, очень неприятная перспектива.